ослаблю. Затягивал там. Ну, давай. Это руины Геркуланова. Он тоже погиб. В 70-м году. От Везувия. А что от него осталось? Тут был раньше внизу пирс, а в этих арках прятались лодки. Теперь там скелеты погибших, которые там укрывались. Вниз идем. Все здесь внизу находится. Смотри, колонна, оказывается, внутри из кирпича сделана. Из кирпича потом. Облицована. Интересно, да? О, здесь какие-то были рисунки, наверное, но их съелись. Либо их сняли в музей. Какие-то комнатухи. Смотри, дерево даже сохранилось. Вообще. Как оно не сгорело? Это дерево? Ну а что, нет, что ли? Кладка вроде та. Я думаю, того времени. У них же деревянные крыши сохранились даже. О, смотри. Какая-то фреска. Там нарисованы какой-то храм с колоннами. Надо будет потом посчитать. Вот это хорошо, что я снимаю комнату, ее номер. А потом мы по гиду посмотрим, что это. У нас полтора часа всего до закрытия. Ну надо, кто-то нацарапал там что-то. Ну блин, вообще, ну как так можно? Ну, гопники, блин. Это какие-то подсобные помещения, что ли? О, подпорочка. Там еще какие-то ходы. Надо эту часть пройти, там еще туннель в другую сторону есть. Видел, там люди выходили снизу? Нет, снизу люди ходили, там туннель внизу. Там, где бывший причал. Понял? Там, где бывший причал, там есть туннель. На другую сторону города. Скорее всего. Thank you.
Ты хочешь сюда? Может, так по кругу будем идти, в центр идти? Ну, это вот вторая. Видишь, это второе. Вот. Так и то второе. Номера на таких узеньких полосочках, как вот та, вот смотри. Вот, что вот это такое? 39. Каса Дель Дженио. Там ничего нет. Туалет. Туалет? А нет, там нет никаких туалетов. Нету? Ты не увидел. А ты увидел? Гопнули. Нормально так. Где-то здесь должны быть фрески. Я что-то припоминаю по фильму. Ну нету ничего. А, вот они. Видишь, рисованные стены? И там внутри еще. Надо с той стороны зайти. Досталось все, тут есть оно. Вон, видишь, там? Наверное, какой-то алтарь у них был. Ну, тут бассейн был. И фрески, вон, видишь? И кусок крышевой арматуры, смотри. И туалет, наверное. Только какой-то он слишком большой. Нормальный такой. О, смотри, тут какая-то была мощёная фигня. Тут тоже что-то было. И крыша. И кусочки каких-то. Наверное, все было такими квадратами писано. Видишь, это дерево свежее, братан. Ну, что-то свежее, что-то нет. Но я думаю, они пытались сделать его таким, каким оно было. Вот еще фрески. Как они могли сохраниться, непонятно. Законсервировались.